же вроде бы сделал все, как мне сказали. Липковое лицо? Это ты? Солнце поднимется с минуты на минуту, и тогда меня срубят. Рыбалка. Ой, совсем забыл, у меня же уроки на завтра. Господи, помоги мне сделать уроки. Если ты мне поможешь, я буду себя хорошо вести. Я же вроде бы сделал все, как мне сказали. Ай, потом. Маленьких друга, которые любят меня. Я же не сделал уроки! Придумал! Делать хоть один раз, может получится. Десятка. Привет, ребята, во всем мире, с вами Эвенгу в эфире. И сегодня я вам показал 4 классных лайфхака, как сделать уроки. И как вы все видели, самое действенное это последнее, где мы делаем все своими руками. И для того, чтобы стать отличником, ты должен очень стараться, а не смотреть видеоролики, как сделать за 2 минуты. Они вам не помогут.
А теперь, если вам понравился этот видеоролик, поддержите меня и поставьте этому видео лайк. Ну и на этом мы, пожалуй, закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока!